Доброе утро, Игорь и Анна. Доброе утро, дорогие телезрители. Я уже успела выяснить, что 17 ноября для празднования Дня участковых уполномоченных полиции выбран не случайно. Именно в этот день, в 1923 году, в Советском Союзе была утверждена инструкция участкового надзирателя. А о том, какие сегодня инструкции для участковых, мы узнаем у Дмитрия Писарева, инспектора отдела участковых. Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Да, действительно, вы правильно заметили, что сегодня 17 ноября, день празднования участковых уполномоченных полиции. Данное подразделение, думаю, можно свободно назвать лицом органов внутренних дел, так как они первые и более тесно общаются с гражданами по возникшим каким-либо ситуациям. Стоит отметить, что сегодня в городе Красноярске несут службу 274 участковых уполномоченных полиции, которые ежедневно ведут работу по профилактике, предупреждению, выявлению, пресечению административных правонарушений. Скажите, Дмитрий, а вашу профессию вообще можно назвать романтичной? Конечно, можно. Участковый должен быть всесторонним человеком, развитым во всех направлениях, потому что по роду своей деятельности он должен связываться с различными ситуациями, принимать действительно верные решения по итогу. Знаю, что у вас различные должностные инструкции и оценивают вас по разным параметрам. Кстати говоря, ежегодно администрация города проводит конкурс «Лучший участковый». И именно сегодня будут подведены итоги в этом году. Да, сегодня, значит, в рамках проведения данного мероприятия в актовом зале будет присутствовать администрация города Красноярска, с которой был проведен в этом году ежегодный конкурс «Лучший участковый уполномоченный» в 2016 году, в рамках которого было проведено два этапа. Во втором этапе были выбраны 12 лучших участковых из каждого отдела полиции. По итогам набранных баллов сегодня будут определены три победителя, занявшие третье, второе и первое места соответственно. То есть участник конкурса, занявший третье место, получит денежный сертификат на сумму 100 тысяч рублей, второе место 135 тысяч рублей. Участник, занявший первое место, будет награжден городской комиссией конкурса сертификатом на сумму 200 тысяч рублей, будет признан лучшим участковым уполномоченным в городе Красноярске в 2016 году и удостоен диплома главы города. Помимо денежного приза и диплома, какие еще бонусы от победы в этом конкурсе достанутся участнику? Ну, я думаю, почет и уважение, и будут его еще больше узнавать на своем административном участке граждане, которых он владеет административным участком. Дмитрий, скажите вообще, какими качествами должен обладать участковый? Ой, знаете, это не перечислить. Я думаю, он должен обладать всеми качествами, так как на своем пути участковый уполномоченный общается с разными гражданами. Это и судимые, и состоящие на других профилактических учетах, несовершеннолетние, это и родители. Поэтому участковый должен уметь выслушать, понять различные ситуации, найти какой-то выход, чем-то помочь, потому что люди в первую очередь идут за помощью к участковому. Спасибо большое, Дмитрий. Напоминаю, сегодня день участкового. Мы поздравляем всех сотрудников полиции, которые относятся к этой профессии. Передаю вам слово, студия.